Всем доброго, здоровья, цвета и аппетита. Сейчас кушать с вами Юлия и Мишка. Всем привет. Сегодня будет войнушка стикманов, игрушка под названием Stickman Trenches. Да, в общем-то, новый такой жанр, который зарождается, хотя на мобилках уже давно себя комфортно чувствует, когда стенка на стенку, нам нужно больше набрать солдатиков, чем у оппонента. Всего два чушка каких-то, поэтому потихоньку продвигаемся. В общем-то, игрушка пока находится в демо-версии. Я уже давно ждал, к счастью, в Стиме наконец-то вышла. Ее можно пощупать. Снизу у нас солдатики, за медали можем открывать новых. Есть еще навыки, которые можно использовать. Артиллерийский обстрел, да, и все такое. Такс, мы можем также прокачивать укрепление. Что думаешь, три... Мне кажется, вполне реалистично их тут взять. Но вот этого... Уже поздно. Ага. Так, мы можем вот артиллерию еще прокачать с дробашом. И еще открыть, вот анлок написано. Какого-то, автоматчика, да, я его открыл. Так. Почти, тяжеловато. Давай! Ладно, жаль. стоим. Так, ладно, надо укрепляться где-то. О, слушай, смотри, как неплохо. Он в одного-то. Защищаться, конечно, гораздо легче. Эффективней, да, с одной командор стороны. Но еще с другой выгонит. Стороны, у них тоже, конечно. Надо просто вовремя нападать, мне кажется, на них. Ну, три сейчас, наверное. Ну, может, так сейчас сохраним. Напасть. Ну, уже стоим. Так, тогда освобождаем здесь. Сейчас я командора нам выпущу. Да. Или пулеметчика. Будет... Так, вот командир бежит к нам. Так, и ждем. У нас снайпер. Еще прокачка скоро. Ну, пока медалей нету для снайпера. Все, понятно. Командор здесь есть. Так, дешевле чип. Быстро бегает, хорошо атакует. И звезды. Блин, даже не знаю. Ну, давайте вот этого прокачаем, заодно его и купим. Окей. Кстати, да, снайпера мы теперь можем тоже открыть. Давай, очень эффективный в защите, но он очень дорого стоит. Блин, ну, вот сейчас очень опасный такой момент. Попытка, так скажем. Снайпера покопим? Да. Блин, а эти все подбегают. Но я подожду. А снайпер, интересно. Вдаль он стреляет? Да. Хороший вопрос. Надо накопить. 200, так, 210. Осталось чуть-чуть. Снайпер. Все, сейчас купим снайпера. Погоди, а почему мы его не можем? Почему-то закрыто здесь нам эта фишка. А может уже перебор, типа? Я не знаю, кстати, здесь вроде нет таких переборов. Так, ладно. В любом случае, можно, конечно, укрепиться. А то к ним все подпирают и подпирают. Укрепление... усилено. Следующее укрепление будет 200 стоить. Да. Блин, как все это напрягается, такой тут фронт сильно создался. Обстановка. И главное, они не нападают. Мне кажется, эта игра специально вынуждает, типа, нападать. Но я не хочу. Я сейчас, погоди, скоплю. Мне кажется, надо вот здесь скопить. Да, скопить, и потом уж есть что пустить. Блин, они все подбегают. Здесь пока две стороны есть, немецкая и британская. Видать, как-то все-таки они, кроме визуала, еще чем-то отличаются. Хотя они трое тоже дробаши. Ну что, будем пробовать? Да, давай. О, блин, их еще больше там. Ну, конечно, нас, получается, разгасят. То есть подогнать, может, наших тогда сюда? Ну, нет, давай ты нападай. Ладно, пофигу, уже не надо. Я хотела сказать нападать, а пока те, типа, пришли, мы их в защиту поставили. Но уже поздно. Ну, давай, сейчас вот так сделаем. Пипец, они с одного выстрела. Снайпер тоже еще более эффективен. Жесть. Вот да еще мы какой-то. Мы даже его не опробовали. Ни офигеть, разу. Вы что? Это что за прикол такой? Сейчас они пойдут в наступление. Да. Ну вы что, игра? Ну это на самом деле фигня какая-то. Это нечестно. А как вот тут защищаться-то от этого всего? И все, и просто... А это что за бред? То есть они вообще не нападают. Офигеть! Они просто... И ждут. Походу надо грамотно атаковать. Ну, я сейчас не знаю тут даже, что сделать. Так, ладно, чепушила. Надо сразу же, короче, захватывать. Короче, командующий Джулия будет. Давай. Дальше идем сразу же. Да, вот здесь. И вот здесь, где там? И вот сюда вообще просто. Ну, конечно, рискованно, но пофигу. Ладно. Пофигу, все, укрепляемся здесь. Короче, и обязательно, как защиты можно, естественно, нет. Больше. Надо сразу вот реально захватить точки. Так. Но мы в защите. Ай. У нас еще идет один. Такс, вы давайте вот этого чувака. А че, он даже не стрельнул? Ну, тут... Да даже вообще... Да вы что, написано издеваетесь? Главное... Так, ладно. Мы сейчас еще успеем, у нас тут должны подбежать какие-то ребятки. Давайте новые подбегать. Новые силы, и у них прутся, да что такое? А как вот их? Это надо, а мне у кажется... них снайпер есть, шикарно, и он стреляет по нашим, да, он стреляет по нашим. Вы что, так, ладно, давайте. Давай нападать. О, попробуем. Встретились посередине. Так, пробили, так, можно прокачать. Давайте медали. Ты трэш. Так, нормально все.
Так, чувак. Обстрел надо бы купить. Вот а этот. Вот его только потом можно будет. Как думаешь? Ну вот, пытаемся. Давай, давай сейчас попытаемся. У нас еще автоматчик есть. Он один выстрел сделал. Давай, автоматчик. Давай, да господи, да заряжай. Да как ты долго заряжаешь? Ты что, он со своим дулом деревянным каким-то обсиканом? Да ты что, прикалываешься, это, что ли? Ну это нечестно. Я считаю, что это нечестно. Ну что это за фигня? Какого черта происходит? Это что это? Это как это назвать просто? Что он очень медленный, конечно, но хорош в защите, видимо. Это трэш. Так, сейчас я короче, накоплю вот эти бомбы и просто расфигачу. Да, если дадут это сделать. Мы в защите сейчас выстоим. Сейчас я... Так, вот пошли вон. Наконец-то. Да снайпер, так вы что не видите его? Что? Стреляйте! Миш, нападай, 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 значит. Все, нападай. Да. Пошел вон. Так, сейчас мы прокачаем, откроем тоже снайпера, потому что он хорошо по линии. Жесть. Так, здесь укрепляемся. Да. У нас командор еще есть, откроем командира. Трэш. Так, просто. Давайте, давайте, подходите, подходите. Потому что вдруг они тоже нападение тут захотят устроить. Нам надо как-то мы это... Мы будем, значит, сейчас стоять... Ждать, и ждать бомб, и, короче. Да, и будем их обстреливать. Я просто иначе... Я... Ах, да, конечно! Свинота! Игра, за что? О, давай бахнем по ним просто. Тоже получается. Ну, как-то у нас хиленько получилось. А мы можем потом прокачать нашу базу. Нападать я не буду. Да. Потому что это сразу же путь в никуда. Вот заразы. Так, нам бы снайпера и потихоньку их... Ага. А, Миш, давай апгрейднем. Так, хорошо. Старс этот более мобильный. Мини-мобиль, но быстрее стреляет. Ага. Давайте нам... И выдвигаемся. Так, надо... Нет, встречи... Она... Не, мы сейчас возьмем их количеством. Все, отлично. Отлично. Так. Как напряг, вот это я понимаю, напряг. Давайте снайперы. А мы еще, конечно, у них тут эту штуку разгасили, траншею. Ну, что теперь и делать? И она, получается, теперь в таком виде нам досталась. Что поделать? Битва есть мне кажется, битва. Надо будет опять прокачать, потому что я думаю, так, что так, это... у нас снайпер начинает стрелять, давайте прокачаем, потому что сейчас, здесь, ну... походу, надол... О, снайпер очень хорошо себя видит. Да, да, снайпер это хорошая вещь. Ой, так, ну они подходят. Ну, а мы их будем снайпером выгашивать. Это согласен. У них, правда, тоже... Ну, нет, нету, нету, пока нету. Пока да. Нормально все. Скоро сейчас можно вот будет скоро, нападать. Да, будем выдвигаться. Блин, что он какой косой у нас? Все. Косой снайпер. Мне кажется... Да капец, ты чего? Попал. Надо же, можно это, наверное, атаковать. Ну ж два-то тут всего. Так, ого, это более дальняя зона. Я даже не знаю. Давай может вот укрепление это. Давай бомбить. Вот это. Блин. Ну, попало, попало. Неплохо, неплохо. Так, снайпер, может, загасите? Короче, все, вперед! Вперед! Пора! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ну, наконец-то! Yes. Жесть какая-то. Да, это, конечно, прикольно. Трэш. Эмоций было достаточно. Такс, у нас вторая карта есть давай. Еще. Я не помню уже, говорил я или нет у нас. Так, давайте среднюю сложность. Ой, здесь прям стенка, 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 стенка. Это стенка. Ты сам крутишь? Давай быстрее закупаться. Так, давайте. И этих, может быть, надо будет обязательно автоматчиков? Открыть. Да, потому что, ну, они быстро стреляют реально. Так, давайте очень... подальше. Давайте, ребята, захватываем как можно больше территорий, чтобы было, если отступать что, куда, куда? Все, да, отступать. Все, это вот последняя точка, где будет и это рубеж. И здесь, если что, это, копаемся, так скажем. Так, сразу же пулеметчика давайте вызываем. Вот снайперы бы еще потом открыть. Ну, это две, этих две нужно. Только после битв, боюсь. Да, да. Слушай, так. Ну, они вот правильно еще держат. Я бы вот тут тоже некоторых сохранил, ребят. То есть... Ну да, пускай будут. Здесь защита, но если мы потеряем... Так, они к нам прутся. Ну, давайте. Сюда. Блин, там снайпер. Хай, так, держим. Так, вот это еще открывается. Офицер, снайпер тоже. Блин, а снайпер еще все равно за это надо открыть. А-а-а, блин, они там будут. Так, выгашивать. Ладно, давайте. Давайте пока закрепимся здесь. Блин, они еще этим долбанули. А-а-а. Так, медальки. А мы можем снайпера открыть. Да. У нас, кстати, один снайпер подошел, мы его как раз приобрели. О, вот, шикарно, он будет выгашивать. Шикарно, давайте. Капитан еще. Без снайпера, потому что на самом деле очень. Ага, тяжело. Они разделились. Ну, есть шанс вот, немножко. Шикарно, просто шикарно. А потом еще, когда у нас.
А, ты офицера купил? Да. А я думала припасти, чтобы на артиллерию, ну ладно. Ничего, сейчас у нас потихоньку снайпер будет... Ой, так, битва снайперов. Тоже есть. Только бы не по снайперу. Да. Есть. Нехорошо, так сказать. Давай в снайпера. Не, почему-то... Они стреляют, интересно, снайпер по снайперу? Вот да, он убил снайпера. Супер. Мне кажется, может эту двушечку добить. Ребята. Прикольно, что снайпер не идет вперед. Опять же, может, вот эту? Давай, да, бахнем. Так, нападение, но мы вовремя заняли. Отлично. И можно вперед продвигаться. Так. А нет, не уже можем. Не можем. Нет! Снайпер не погиб. Ура! Нате вам ответку. Отлично, вперед. Вперед выдвигаемся. Так, слушай, смотрим, ну мы более опытные. Можно еще дальше, наверное, вперед. Да, 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 успеем. Все, закрепляемся здесь. И теперь у нас есть снайпер, который сейчас будет по ним стрелять. Стреляет, да-да-да, потихонечку. А, и у них тоже есть. Так, ну мы чуть-чуть пробиваемся. Лишь хотя бы. Снайпер не сгасили. Так, давайте. Медальки. А зачем? На да, что? Да, снайпер не, на что? Минус. Минус Миш, снайпер? Да. Так, ладно, надо где-то вот укрепляться. Здесь, укрепляемся. А, реально. Хотя у нас уже... Супер. Страшно, страшно, прямо скажем. Блин, тут блин, снайпер. Мы будем потихоньку вот так идти и дохнуть. И дохнуть, да, нам нужно это закрепляться нам здесь. Невыгодно. Ну ладно, эти еще есть нам укрытие. Нужен снайпер. Блин. Вот здесь, значит. Стоим здесь. Надо, короче, копить только на снайпер, иначе... Ну, они сейчас ну, это все... Трэш. Или нам надо на бомбардировку, Миш. Короче, а, вот это здесь уже... и снайпера покупай сюда. Угу. Блин, их два снайпера. Да трэш, вы издеваетесь? Короче, надо вот реально снайпер. Бомбардировку сейчас мы им устроим. Да, копить. Надо ждать только. Все, сейчас. Ладно. Давай. Почему? Есть! Вот это удачно. Артиллерия порешала здесь. Стой, тормозим. Так, это снайпер. Блин, снайпер против снайпера. Ну, стреляй. Так, по кому-то попал. Снайпер, конечно, дорогая вещь. Так, дешевле и... Так... Давай, снайпер. Есть! Yes! Yes, ура! Это хорошо. Это жестко. У них, правда, опять идет наступление. Да, но не снайперское. Так что мы сейчас так что немножко... мы дадим им жару. Так, укрепление у них далеко. В принципе, можно будет сейчас напасть. Здесь всё, нету, да. Нечем защищаться. Бежим! Все, наша территория. И так, да, снайпер здесь стоит. А, блин, здесь... у них три снайпера. Так, стоим тут. Миш, бахнем, бахнем. Нет. Поздновато. Как промахнулись-то. Че... Ау. Так, стоим здесь тогда. Остается копить на снайпера. Да. Жалко вот, что поздно бахнули, получается. Нет, да даже идти. А, давай снайпер. Да, снайпер, все. Блин, да это жесточенная битва, конечно. Я предлагаю сейчас потом это артиллерию. Ай, снайпер уничтожен. Все, они прорываются. Ой-ой. Здесь только артиллерия поможет. А, она еще нельзя пока что. А, так, типа, слишком часто. Ладно, надо хоть кем-то отбиваться. Ну, не получится. Все, это ГГ, как говорится. Нужно стоять. До последнего. Так. Ну, хоть что-то, неважно. Ну, снайпер. Офицеры, машингана. Но это как бы его только улучшит. Нам нужно простоять. Вот сейчас. Да почему прогнуло? Господи. Вот один раз нам повезло, один раз не повезло. Так, ладно, эту карту надо взять. Просто ее надо. Ну, причем у нас были все шансы. Но вот одна ошибка была, что поздно использовали артиллерию. Угу. Вот, и промахнулись. И надо снайпер, на самом деле. В первую очередь нужно снайперов качать. Да. А мы так и сделали. Блин. Успеем, а нормально. У них нет снайпера. Так, у нас защита, мы должны тут что-то от мобильность. Ну ладно, давай так пока. Все, мы отбили территорию, я пока боюсь идти дальше. Пока... Так, открываю снайпера. Так скажем, подержимся здесь. Идут. Ну что ж вы. Ничего, продержим. Да конечно, хорош. Промахиваемся. Стоим, пусть тратит ресурсы. Опять прут. Вы что, издеваетесь над нами? И все наши может, звездочки? Я открыл капитана. Ой, сейчас они нас пробьют. Ничего, стоим здесь. Возьмем пулеметчик снайперы еще. Снайперы у нас, как сказать, надо подготовить. А как они успели так? Ну вот, видимо... Надо брать на вооружение их тоже методы, что иногда они прям тупо рашат нас. Блин, в самом сейчас... начале. Снайпер пошел. Все, наконец-то. Но страшно. А они сейчас тоже накопят. Так, надо снайпера держать здесь. Потому что... Все, отлично, супер. Снайпер вперед. А всех есть? Продвигаем. Нет.
Снайпер, работай. Отлично. Супер. Работает. Все, укрепление чуть вели. Блин, пошла, поехала. Так, открываем артиллерию. Минус снайпер. Это плохо. Но мы покупаем снайпера и артиллерия по снайперу. Ах, ну ладно, ну, почти, хотя бы что-то. Конечно. Так, копим снайпера тогда. Да. Он пока Жесть. Почему-то стоит там, и это хорошо. Вот артиллерии надо грамотно и периодически подпукивать, именно еще. Так, я думаю, выдвигаемся. Сказать. Надеюсь, да, мы его вольнем. Так, не по снайперу, а мы по снайперу. Стоим. Так, стоим, да, стоим. Ждем потом... артиллерию. Ждем артиллерию. Так, подбили. Ну вот именно по снайперу. Конечно, он что, издевается Такой над бред? Нами? Блин, тут два Шануть, их. Пора все. Уже. Все, отлично. Так, давай. Блин, зачем мне звезды эти? У них опять снайпер. Так, сейчас. Пожалуйста, по снайперу. Как можно не попасть по нему? Я не понимаю. Я не понимаю. Это какая-то антилогика. Жесть. Это просто трэш, товарищи. Это просто трэш. Ну ладно, снайпер далеко. Пока далеко. Уже недалеко. Так, ладно, надо укреплять. Ну все уже тут. Блин. Так, надо снайпера, только так можно да. какую-то оборону делать. Без снайпера здесь делать нечего. Да они опять захватили. Да что ж. А, снайпер и сюда все, подошел. И все, и все. Сейчас они его загасят. Да. Так и будет пробиваться, да. пока и артиллерия. Все. Сейчас артиллерия, может, решает. Давай. Так, сейчас вот они до сюда дойдут. И мы бахнем. Так, снайперы завалили. Ура. Я даже не знаю. Ну, хотя, давай хотя бы каких-то, да. Потому что они что-то стоят. Ждут лишь бы, подкрепление, лишь бы, да, всего. Вот здесь. Еще пришло круто. Подкрепление, конечно. С капитаном Идеально. Пришло. Так, ребята, стойте в обороне. Держитесь, держитесь. Нет, тут просто анрил какой-то. Так, вот 207, сюда сейчас на нашу. Так, снайпер. Так. Потому что явно они сейчас, ну, мы бы не успели здесь. Постоим, постоим. Сейчас у нас снайпер хоть что-то да, скажет. Да, он сейчас начнет по ним стрелять. Ну, кому-нибудь, ну что-то промахиваешься. Господи, сейчас еще может одна. Так, надо срочно покупать, иначе мы сейчас не выдержим. Так, вот этих. Держитесь, ребята, держитесь, держитесь. Ну, что вы будете... Он что, такой худой, что вы попасть по нему не можете? Давайте двух снайперов. Да, давайте, давайте, давайте. Они оба косые! Как так? Я не понимаю, как у них... Да, артиллерия! Да, конечно! Вы что, издеваетесь? Вы слепые или что? Нападайте, заколебали. Да вон такой худой, что ли, что попасть по нему никак не могут. Господи, это что трэш. Это за... Еще снайпер давай. Только куда так... И они оба косые. Косые да как снайперы. Это такое так, может стойте. Произойти с нами? Я Сабланка. Не понимаю. Да вы прикалываетесь или как? Вы что? Мне кажется, вы... игра это она просто нас бесит, ну, типа, специально. Да, она издевается над нами. Да это как называется-то? Давай эти тоже пускай идут. Так, давайте. Где вы там есть с нами? Вот сейчас сюда. Ну супер. Ну, хоть спасибо. Так. Они опять прутся. Нормально. Идеально. Все, давайте выкашивайте. Все, в атаку. Что там макаку. По вот этой зоне? Пустая. Но тут снайпер. Подождем, да, подождем. Нам нужны еще... Идите, снайпера. Идите. Стойте. Да. Ну ладно. Классно. Хорошо, конечно. Что Миш хотя бы снайперы не успели туда подойти. Вот эти идут. Снайпера. Ну конечно. Ну конечно. И он по снайперу прям. Сейчас второго, да, загасит. Ну пока промахнулся. Да пожалуйста. И наш мы достанем. У меня прям это, знаете, Короче, да не бомбит у меня. Уничтожьте так. И убили. Все-таки убили. Еще у них там один. Что это за... Дурачки какие-то. Собачий какой-то понос. Я вообще не знаю. Ну, два и снайпера. Все, так. Нате уже. Супер. Неплохо. Давайте докажем им, что мы тоже нормальные ребята. Отлично. Ай. Тут, конечно, даже не опасно, знаю. Опасно, да. Хорошо, что мы это. О, не вот сделали. Эти, конечно, снайперы. А ты зачем? Ты зачем туда выперся-то? Здесь потому что my bad, как говорится. Надо вот эти. Ну ладно. Снайпер. Там все, так, хорошо. Ну подойдите, помогите, как говорится.
Жесть. Ох. У нас там скоплений никаких ужас. Нету. Миш, они наши разгасили, как бы. Надо окапываться или что, я даже не знаю. Так, не, ну все, стоим здесь. Все. Снайпера еще вызываю. Блин, вот именно в снайпера. Да почему? Почему? Наш стреляет в какого-то... Короче, что мы смотрим и дохнем. Они опять трутся. Так, так. Че Старс, выбираем? Ну это одно и то же, в принципе. Так, хорошо. Снайпер. Еще нападаем на него, нападаем. Да, это последний, да, вроде как. Еще один. Все, если мы просто подождали, он бы нас разгасил. Нервяшка какая-то была. Короче, ждем полную версию, чтобы да, дальше танки, сидеть. Как видите, будут еще да, какая-нибудь. Игруха крутая. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.